Отныне и навеки.
Верую в Бога, Отца Всемогущего, Творца неба и земли, и в Иисуса Христа, единственного Его Сына, Господа нашего, который был зачат от Духа Святого, родился от Марии Девы, страдал при Понтии Пилате, был распят, умер и был погребен, сошел в ад, в третий день воскрес из мертвых, вошел на небеса, сидит одесную Бога Отца Всемогущего, и оттуда придет судить живых и мертвых. Верую в Духа Святого, Святую Католическую Церковь, общение святых, прощение грехов, воскресение плоти и жизнь вечную. Аминь. Отче наш, сущий на небесах, да святится имя Твое, да придет Царствие Твое, да будет воля Твоя, как на небе, так и на земле. Радуйся, Мария, благодати полная, Господь с тобою. Благословена ты между женами, и благословен плод чрева твоего, Иисус, который в нас веру умножает. Радуйся, Мария, благодати полная, Господь с тобою. Благословена ты между женами, и благословен плод чрева твоего, Иисус, который в нас надежду укрепляет. Радуйся, Мария, благодати полная, Господь с тобою. Благословена ты между женами, и благословен плод чрева Твоего, Иисус, который в нас любовь воспламеняет. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу. Сегодня торжество Иисус Христос, Царь Вселенной. Иисус нам показал, что Его Царство, Царство Неба, совсем различается от Царства этого мира. Иисус ответил, когда Он стоял перед Пилатом. Царство мое не от мира сего. Если бы от мира сего было царство мое, то служители мои подвязались бы за меня, чтобы я не был предан иудеям. Но ныне царство мое не отсюда. Пилат сказал ему: «Итак ты царь?» Иисус отвечал: «Ты говоришь, что я царь. Я на то родился и на то пришел в мир, чтобы свидетельствовать об истине». Давайте в этой первой тайне мы поблагодарим, что мы член этого царства, что мы дети этого царства света. Поблагодарим за крещение. Поблагодарим за дар веры. Так поблагодарим просто в этой тайне Господу. Отче наш, сущий на небесах, да святится имя Твое, да придет Царствие Твое, да будет воля Твоя, как на небе, так и на земле. Хлеб наш насущный, дай нам на сей день, и прости нам долги наши, как и мы прощаем должникам нашим,
и не веди нас во искушение, но избавь нас от лукавого. Радуйся, Мария, благодати полная, Господь с тобою, благословенна ты между женами, и благословен плод чрева твоего, Иисус. Святая Мария, Матерь Божия, молись о нас, грешных, ныне и в час смерти нашей. Аминь. Радуйся, Мария, благодати полная, Господь с тобою, благословенна ты между женами, и благословен плод чрева твоего, Иисус. Святая Мария, Матерь Божия, молись о нас, грешных, ныне и в час смерти нашей. Аминь. Радуйся, Мария, благодати полная, Господь с тобою, благословенна ты между женами, и благословен плод чрева твоего, Иисус. Святая Мария, Матерь Божия, молись о нас, грешных, ныне и в час смерти нашей. Аминь. Радуйся, Мария, благодати полная, Господь с тобою, благословенна ты между женами, и благословен плод чрева твоего, Иисус. Радуйся, Мария, благодати полная, Господь с тобою, благословенна ты между женами, и благословен плод чрева твоего, Иисус. Святая Мария, Матерь Божия, молись о нас, грешных, ныне и в час смерти нашей. Аминь. Радуйся, Мария, благодати полная, Господь с тобою, благословенна ты между женами, и благословен плод чрева твоего, Иисус. Святая Мария, Матерь Божия, молись о нас, грешных, ныне и в час смерти нашей. Аминь. Радуйся, Мария, благодати полная, Господь с тобою, благословенна ты между женами, и благословен плод чрева твоего, Иисус. Святая Мария, молись о нас, грешных, ныне и в час смерти нашей. Аминь. Радуйся, Мария, благодати полная, Господь с тобою, благословенна ты между женами, и благословен плод чрева твоего, Иисус. Святая Мария, Матерь Божия, молись о нас, грешных, ныне и в час смерти нашей. Аминь. Радуйся, Мария, благодати полная, Господь с тобою, благословенна ты между женами, и благословен плод чрева твоего, Иисус. Святая Мария, Матерь Божия, молись о нас, грешных, ныне и в час смерти нашей. Аминь. Радуйся, Мария, благодати полная, Господь с тобою, благословенна ты между женами, и благословен плод чрева твоего, Иисус. Святая Мария, Матерь Божия, молись о нас, грешных, ныне и в час смерти нашей. Аминь. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу. Как было в начале, и ныне, и всегда, и во веки веков. Аминь. О мой Иисус! Прости нам наши прегрешения, избавь нас от огня адского и приведи все души на небо, особенно те, которые наиболее нуждаются в Твоем милосердии. Господи Иисусе Христе, Сын Отца, ниспошли ныне Духа Твоего на землю, да обитает Дух Святой в сердцах всех народов, чтобы они были защищены от погибели, бедствий и войны. Матерь всех народов, Пресвятая Дева Мария, да будет нашей заступницей. Аминь. 295. Прославляйте Бога, люди всей земли, Господу в радости послужите все. Аллилуйя, аллилуйя, послужите все. Аллилуйя, аллилуйя, послужите.
Царство Иисуса – это царство служения. Мы читаем в Евангелии от Иоанна. Когда же умыл им ноги и надел одежду свою, то возлегши опять, сказал им, «Знаете ли, что я сделал вам? Вы называете меня учителем и Господом, и праведно говорите, ибо я точно то. Итак, если я, Господь и Учитель, умыл ноги вам, то и вы должны умывать ноги друг друга. Ибо я дал вам пример, чтобы и вы делали то же, что я сделал вам». Иисус показал нам, что в Его Царстве там не надо повыситься над другими, там надо служить друг другу. Помолимся эту тайну сейчас правительства, со всех, которые ведут страны, особенно там, где идет война, где несправедливости. Помолимся, что правительство тоже поняло, что это только служение. Наш сущий на небесах, да святится имя Твое, да придет Царствие Твое, да будет воля Твоя, как на небе, так и на земле. Хлеб наш насущный, дай нам на сей день, и прости нам долги наши, как и мы прощаем должникам нашим. И не веди нас во искушение, но избавь нас от лукавого. Радуйся, Мария, благодати полная, Господь с тобою, благословенна ты между женами, и благословен плод чрева твоего, Иисус. Святая Мария, Матерь Божия, молись за нас грешных, ныне и в час смерти нашей. Аминь. Радуйся, Мария, благодати полная, Господь с тобою, благословенна ты между женами, и благословен плод чрева твоего, Иисус. Святая Мария, Матерь Божия, молись за нас грешных, ныне и в час смерти нашей. Аминь. Радуйся, Мария, благодати полная, Господь с тобою, благословенна ты между женами, и благословен плод чрева твоего, Иисус. Святая Мария, Матерь Божья, молись о нас, грешных, ныне и в час смерти нашей. Аминь. Радуйся, Мария, благодати полная, Господь с тобою, благословенна ты между женами, и благословен плод чрева твоего, Иисус. Святая Мария, Матерь Божья, молись о нас, грешных, ныне и в час смерти нашей. Аминь. Радуйся, Мария, благодати полная, Господь с тобою, благословенна ты между женами, и благословен плод чрева твоего, Иисус. Святая Мария, Матерь Божья, молись о нас грешных, ныне и в час смерти нашей. Аминь. Радуйся, Мария, благодати полная, Господь с тобою, благословенна ты между женами, и благословен плод чрева твоего, Иисус. Святая Мария, Матерь Божья, молись о нас грешных, ныне и в час смерти нашей. Аминь. Радуйся, Мария, благодать полная, Господь с тобою, благословенна ты между женами, и благословен плод чрева твоего, Иисус. Святая Мария, Матерь Божья, молись о нас грешных, ныне и в час смерти нашей. Аминь. Радуйся, Мария, благодати полная, Господь с тобою, благословенна ты между женами, и благословен плод чрева твоего, Иисус. Святая Мария, Матерь Божья, молись о нас грешных, ныне и в час смерти нашей. Аминь. Радуйся, Мария, благодати полная, Господь с тобою, благословенна ты между женами, и благословен плод чрева твоего, Иисус. Святая Мария, Матерь Божья, молись о нас грешных,
ныне и в час смерти нашей. Аминь. Радуйся, Мария, благодати полная, Господь с тобою, благословенна ты между женами, и благословен плод чрева твоего, Иисус. Матерь Божья, молись о нас, грешных, ныне и в час смерти нашей. Аминь. Радуйся, Мария, благодати полная, Господь с тобою, благословенна ты между женами, и благословен плод чрева твоего, Иисус. Святая Мария, Матерь Божья, молись о нас, грешных, ныне и в час смерти нашей. Аминь. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу. Было в начале, и ныне, и всегда, и во веки веков. Аминь. О мой Иисус, прости нам наши прегрешения, избавь нас от огня адского, и приведи все души на небо, особенно те, которые наиболее нуждаются в Твоем милосердии. Господи Иисусе Христе, Сын Отца, не спаси ныне Духа Твоего на сердца всех народов, чтобы они были защищены от обиды, бедствий и войны. Матерь всех народов, Пресвятая Дева Мария, помилуй наши заслуги. Третья тайна. Царство Божие – это царство милосердия. Иисус нас научит. Итак, будьте милосердны, как и Отец ваш милосерд. Не судите и не будете судимы. Не осуждайте и не будете осуждены. Прощайте и прощены будете. Давайте и дастся вам. Мерою доброю, утрясенную, нагнетенную, переполненную, отсыплют вам в лоно ваше. Ибо какую мерою меряете, такое же и отмерится вам. Помолимся эту третью тайну о всех людей, которым тяжело простить, и тоже, которым тоже тяжело просить прощения, может быть, которые уже давно не были на святой исповедь. Будем молиться, чтоб Господь дал им силу. Отче наш, сущий на небесах, да святится имя Твое, да придет Царствие Твое, да будет воля Твоя, как на небе, так и на земле. Хлеб наш насущный, дай нам на сей день, и прости нам долги наши, как и мы прощаем должникам нашим. И не веди нас в искушение, но избавь нас от лукавого. Радуйся, Мария, благодать полная, Господь с тобою, благословенна ты между женами, и благословен плод чрева твоего, Иисус. Святая Мария, молись о нас, грешных, ныне и в час смерти нашей. Радуйся, Мария, благодать полная, Господь с тобою, благословенна ты между женами, и благословен плод чрева твоего, Иисус. Святая Мария, Матерь Божья, молись о нас, грешных, ныне и в час смерти нашей.
Радуйся, Мария, благодать полная, Господь с тобою, благословенна ты между женами, и благословен плод чрева твоего, Иисус. Святая Мария, Матерь Божья, молись о нас, грешных, ныне и в час смерти нашей. Радуйся, Мария, благодать полная, Господь с тобою, благословенна ты между женами, и благословен плод чрева твоего, Иисус. Святая Мария, Матерь Божья, молись о нас, грешных, ныне и в час смерти нашей. Радуйся, Мария, благодать полная, Господь с тобою, благословенна ты между женами, и благословен плод чрева твоего, Иисус. Святая Мария, Матерь Божья, молись о нас, грешных, ныне и в час смерти нашей. Аминь. Радуйся, Мария, благодать полная, Господь с тобою, благословенна ты между женами, и благословен плод чрева твоего, Иисус. Святая Мария, Матерь Божья, молись о нас, грешных, ныне и в час смерти нашей. Аминь. Радуйся, Мария, благодать полная, Господь с тобою, благословенна ты между женами, и благословен плод чрева твоего, Иисус. Святая Мария, Матерь Божья, молись о нас, грешных, ныне и в час смерти нашей. Аминь. Радуйся, Мария, благодать полная, Господь с тобою, благословенна ты между женами, и благословен плод чрева твоего, Иисус. Святая Мария, Матерь Божья, молись о нас, грешных, ныне и в час смерти нашей. Радуйся, Мария, благодать полная, Господь с тобою, благословенна ты между женами, и благословен плод чрева твоего, Иисус. Святая Мария, Матерь Божья, молись о нас, грешных, ныне и в час смерти нашей. Радуйся, Мария, благодать полная, Господь с тобою, благословенна ты между женами, и благословен плод чрева твоего, Иисус. Мария, Матерь Божья, молись о нас, грешных, ныне и в час смерти нашей. Аминь. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, в начале и ныне и всегда и во веки веков. Аминь. О мой Иисус, прости нам наши прегрешения, избавь нас от огня адского и приведи все души на небо, особенно те, которые наиболее нуждаются в Твоем милосердии. Господи Иисусе Христе, Сын Отца, ниспошли ныне Духа Твоего на землю. Дай Дух Святой в сердцах всех народов, чтобы они были защищены от погибели, бедствий и войны. Матерь всех народов, Пресвятая Дева Мария, да будет нашей заступницей. Аминь. Прославляйте Бога, люди всей земли, Господу в радости послужите все. Аллилуйя, аллилуйя, послужите все. Аллилуйя, аллилуйя, послужите все. Прославляйте Бога, люди всей земли, Господу в радости послужите все. Аллилуйя, аллилуйя, послужите все. Аллилуйя, аллилуйя, послужите все. Четвертая тайна. Иисус наш Царь, Он покажет нам до самого последнего, даже умирая на кресте, что Его Царство – это любовь,
милосердие, прощение и мир. Один из повешенных злодеев злословил его и говорил: «Если ты Христос, спаси себя и нас». Другой же, напротив, унимал его и говорил: «Или ты не боишься Бога, когда и сам осужден на то же? И мы осуждены справедливо, потому что достойное по делам нашим приняли, а он ничего худого не сделал». И сказал Иисусу: «Помяни меня, Господи, когда придешь в Царствие Твое». Отче наш, сущий на небесах, да святится имя Твое, да Царствие Твое, да будет воля Твоя, как на небе, так и на земле. Хлеб наш насущный, дай нам на сей день, и прости нам долги наши, как и мы прощаем должникам нашим. И не веди нас во искушение, но избав нас от лукавого. Радуйся, Мария, благодати полная, Господь с тобою, благословенна ты между женами, и благословен плод чрева твоего, Иисус. Святая Мария, Матерь Божия, молись за нас грешных, ныне и в час смерти нашей. Аминь. Радуйся, Мария, благодати полная, Господь с тобою, благословенна ты между женами, и благословен плод чрева твоего, Иисус. Святая Мария, Матерь Божия, молись о нас грешных, ныне и в час смерти нашей. Аминь. Радуйся, Мария, благодати полная, Господь с тобою, благословенна ты между женами, и благословен плод чрева твоего, Иисус. Святая Мария, Матерь Божия, молись о нас грешных, ныне и в час смерти нашей. Аминь. Радуйся, Мария, благодати полная, Господь с тобою, благословенна ты между женами, и благословен плод чрева твоего, Иисус. Святая Мария, Матерь Божия, молись о нас грешных, ныне и в час смерти нашей. Аминь. Радуйся, Мария, благодати полная, Господь с тобою, благословенна ты между женами, и благословен плод чрева твоего, Иисус. Святая Мария, Матерь Божия, молись о нас грешных, ныне и в час смерти нашей. Аминь. Радуйся, Мария, благодати полная, Господь с тобою, благословенна ты между женами, и благословен плод чрева твоего, Иисус. Святая Мария, Матерь Божия, молись о нас грешных, ныне и в час смерти нашей. Аминь. Радуйся, Мария, благодати полная, Господь с тобою, благословенна ты между женами, и благословен плод чрева твоего, Иисус. Святая Мария, Матерь Божия, молись о нас грешных, ныне и в час смерти нашей. Аминь. Радуйся, Мария, благодати полная, Господь с тобою, благословенна ты между женами, и благословен плод чрева твоего, Иисус. Святая Мария, Матерь Божия, молись о нас грешных, ныне и в час смерти нашей. Аминь. Радуйся, Мария, благодати полная, Господь с тобою, благословенна ты между женами, и благословен плод чрева твоего, Иисус. Святая Мария, Матерь Божия, молись о нас грешных, ныне и в час смерти нашей. Радуйся, Мария, благодати полная, Господь с тобою, благословенна ты между женами, и благословен плод чрева твоего, Иисус. Святая Мария, Матерь Божия, молись о нас грешных, ныне и в час смерти нашей. Аминь. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, как было в начале, и ныне, и всегда, и во веки веков. Аминь. О мой Иисус, прости нам наши прегрешения, избав нас от греха, и приведи всех душ в небо, особенно тех, которые наиболее нуждаются в Твоем милосердии. Господи Иисусе Христе, Сын Отца, нисложи ныне Духа Твоего на землю, дай Дух Святой.
прославляйте Бога, люди всей земли. Господу в радости послужите все. Аллилуйя, аллилуйя, послужите все. Аллилуйя, аллилуйя, послужите все. Прославляйте Бога, люди всей земли. Господу в радости послужите все. Аллилуйя, аллилуйя, послужите все. Аллилуйя, аллилуйя, послужите все. Пятая тайна. Перед этой тайной мы сейчас слышим «Магнификат». Это песнь Богородицы, в которой она просхваляет это царство мира, это царство милосердия, это царство этого царя, который любит маленьких, который любит нищих, который милосердный ко всем. И сказала Мария: «Величит душа моя Господа, и возрадовался дух мой о Боге, Спасителе моем, что презрел Он на смирение рабы своей, ибо отныне будут ублажать меня все роды, что сотворил мне величие сильный, и святое имя Его, и милость Его в роды родов к боящимся Его. Явил силу мышцы своей, рассеял надменных помышлениями сердца их, низложил сильных с престолов и вознес смиренных, алчущих исполнил благ, и богатящихся отпустил ни с чем, воспринял Израиля от рока своего, воспоминув милость, как говорил отцам нашим к Аврааму и семени его до века. Прибыла же Мария с нею около 3 месяцев и возвратилась в дом свой». Помолимся эту тайну со Папу Римского, со всю церковь, тоже со нашего епископа и со всех священников. Отче наш, сущий на небесах, да святится имя Твое, да придет царствие Твое, да будет воля Твоя, как на небе, так и на земле. Хлеб наш насущный дай нам на сей день, и прости нам долги наши, как и мы прощаем должникам нашим. И не веди нас во искушение, но избавь нас от лукавого. Радуйся, Мария, благодати полная, Господь с тобою. Благословенна ты между женами, и благословен плод чрева твоего, Иисус. Святая Мария, Матерь Божья, молись за нас грешных, ныне и в час смерти нашей. Аминь. Радуйся, Мария, благодати полная, Господь с тобою. Благословенна ты между женами, и благословен плод чрева твоего, Иисус. Святая Мария, Матерь Божья, молись за нас грешных, ныне и в час смерти нашей. Аминь. Радуйся, Мария, благодати полная, Господь с тобою. Благословенна ты между женами, и благословен плод чрева твоего, Иисус. Святая Мария, Матерь Божья, молись о нас грешных, ныне и в час смерти нашей. Аминь. Радуйся, Мария, благодати полная, Господь с тобою. Благословенна ты между женами, и благословен плод чрева твоего, Иисус. Святая Мария, Матерь Божья, молись о нас грешных, ныне и в час смерти нашей. Аминь. Радуйся, Мария, благодати полная, Господь с тобою. Благословенна ты между женами, и благословен плод чрева твоего, Иисус. Святая Мария, Матерь Божья, молись за нас грешных, ныне и в час смерти нашей. Аминь.
Радуйся, Мария, благодати полная, Господь с тобою. Благословенна ты между женами, и благословен плод чрева твоего, Иисус. Святая Мария, Матерь Божья, молись о нас грешных, ныне и в час смерти нашей. Аминь. Радуйся, Мария, благодати полная, Господь с тобою. Благословенна ты между женами, и благословен плод чрева твоего, Иисус. Святая Мария, Матерь Божья, молись о нас грешных, ныне и в час смерти нашей. Аминь. Радуйся, Мария, благодати полная, Господь с тобою. Благословенна ты между женами, и благословен плод чрева твоего, Иисус. Святая Мария, Матерь Божья, молись о нас грешных, ныне и в час смерти нашей. Аминь. Радуйся, Мария, благодати полная, Господь с тобою. Благословенна ты между женами, и благословен плод чрева твоего, Иисус. Святая Мария, Матерь Божья, молись о нас грешных, ныне и в час смерти нашей. Аминь. Радуйся, Мария, благодати полная, Господь с тобою. Благословенна ты между женами, и благословен плод чрева твоего, Иисус. Святая Мария, Матерь Божья, молись о нас грешных, ныне и в час смерти нашей. Аминь. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, как было в начале и ныне, и всегда, и во веки веков. Аминь. О мой Иисус, прости нам наше прегрешение, избавь нас от огня адского, и приведи все души на небо, особенно те, которые наиболее нуждаются в Твоем милосердии. Господи Иисусе Христе, Сын Отца, ниспошли ныне Духа Твоего. О Иисусе, добрый пастырь, возбуди во всех приходских общинах призвание к священству, диаконату, монашеству, посвященной жизни мирян и к миссионерской деятельности, согласно нуждам всего мира, который ты любишь и желаешь спасти. Поддерживай всех посвятивших себя Богу, направляй шаги тех, кто великодушно ответил на Твой призыв и готовится принять священство или принести обеты, основанные на евангельских советах. Обрати Твой милостивый взор на полных готовности молодых людей и призови их следовать за Тобою. Мы вверяем эти важные проблемы, дорогие Твоему сердцу, могущественному посредничеству Девы Марии, которая является Матерью Отцом всех призваний. Молим Тебя, укрепи нашу веру в то, что Отец Небесный выслушает нас, когда мы просим о том, о чем Ты Сам повелел нам просить. Аминь. После благословения поем в черных книжечках 436.
Слався жертва дар священный, в нем сокрыт Спаситель сам. И совет смея я древний, новый свет явился нам. Видит вера вдохновенна, недоступна ей отча. И родивши, и рождённый, да прославятся всегда. И хвала, и поклонение, и не смолкнут никогда. Дух Святой живо радости в себе наш Бог, наш Господь, Он Царь Царей, и навеки Его престол. Славен Он и всемогущ, наш Господь, наш Царь. Наш Бог, наш Господь, Он Царь Царей, славен Он и всемогущ, наш Господь, наш Царь. Наш Бог, наш Господь, Он Царь Царей, и во веки Его престол. Славен Он и всемогущ, наш Господь, наш Царь. Порепетируем, пожалуйста, это первую песню, которая на листочках. Он возвеличен, наш Царь возвеличен вовек. Ему слава, Он возвеличен, наш Царь возвеличен, прославлюя Его. Господь, и правда Его царит, небо
наш Царь возвеличен вовек. Он возвеличен, наш Царь возвеличен вовек. Ему слава, Он возвеличен, наш Царь возвеличен, прославлюя Его. Он наш Господь, и правда Его царит, небо, земля, славы Его полны. Он возвеличен, наш Царь возвеличен вовек. Он возвеличен, наш Царь возвеличен вовек. Ему слава. Он возвеличен, наш Царь возвеличен, прославлю я Его. Он наш Господь, и правда Его царит, небо, земля, славы. Он возвеличен, наш Царь возвеличен
возвеличен наш Царь, возвеличен вовек. Ему слава, Он возвеличен наш Царь, возвеличен прославлюя. Ему слава, Он возвеличен, наш Царь возвеличен, прославлюя Его. Он наш Господь, и правда Его царит, небо, земля, славы. Во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь. Благодать Господа нашего Иисуса Христа, любовь Бога Отца и общение Святого Духа да будет со всеми вами. И со Духом Твоим. Мы празднуем сегодня Христа, Царя Вселенной. Это значит, что весь мир, все сотворенное, вышло от Бога и возвращается к Нему. Вначале вспомним, что мы грешные, и осознаем наши грехи. Исповедую Богу всемогущему и вам, братья и сестры, что я много согрешил мыслью, словом, делом и несовершением добра. Помоги мне, помоги мне, помоги величайший мне. Поэтому прошу блаженную Преснодеву Марию, всех ангелов и святых, и вас, братья и сестры, молиться обо мне, Господу Богу нашему. Да помилует нас всемогущий Бог, и, простив нам грехи наши, да приведет нас к жизни вечной. Аминь. Господи, помилуй. Господи, Слава Богу!
Всемогущий Боже, пожелавший все обновить в возлюбленном Сыне Твоем, Царе Вселенной, соделай, чтобы каждое творение, избавленное от рабства греху, всегда служило величию Твоему и непрестанно славословило Тебя. Через Господа нашего Иисуса Христа, Твоего Сына, который с Тобою живет и царствует в единстве Святого Духа, Бог во веки веков. Аминь. Чтение из книги пророка Даниила. «Видел я в ночных видениях, вот, с облаками небесными шел, как бы Сын Человеческий. Дошел до ветхого днями, и подведен был к Нему. И Ему дана власть, слава и царство, чтобы все народы, племена и языки служили Ему. Владычество Его – владычество вечное, которое не пройдет, и царство Его не разрушится». Слово Божие. Господь царствует, Он облечен величием. Господь царствует, Он облечен величием. Господь царствует, Он облечен величием, облечен Господь могуществом и припоясан. Господь царствует, Он облечен величием. Потому вселенная тверда, не подвигнется, престол Твой утвержден из кони, Ты от века. Господь царствует, Он облечен величием. Откровения Твои, несомненно, верны,
Дому Твоему, Господи, принадлежит святость на долгие дни. Чтение из книги Откровения святого апостола Иоанна. Иисус Христос есть свидетель верный, первенец из мертвых и владыка царей земных. Ему, возлюбившему нас и омывшему нас от грехов наших кровью Своею и соделавшему нас царями и священниками Богу и Отцу Своему, слава и держава во веки веков. Аминь. Все грядет с облаками, и узрит его всякое око, и те, которые пронзили его, и возрыдают пред ним все племена земные. Ей аминь. Я есмь Альфа и Омега, начало и конец, говорит Господь, который есть и был, и грядет, Вседержитель. Слово Божие. Благословен грядущий во имя Господне, благословенно грядущее во имя Господа, царство Отца нашего Давида. Аллилуйя. Аллилуйя, аллилуйя, по всемогущему и славим Тебя. Аллилуйя, аллилуйя, по всемогущему и славим Тебя. Господь с вами. Твоим. Чтение из Святого Евангелия от Иоанна. Слава Тебе, Господи. В то время Пилат сказал Иисусу: «Ты царь иудейский?» Иисус отвечал ему: «От себя ли ты говоришь это, или другие сказали тебе обо мне?» Пилат отвечал: «Разве я иудей? Твой народ и первосвященники предали тебя мне. Что ты сделал?» Иисус отвечал: «Царство мое не от мира сего. Если бы от мира сего было царство мое, то служители мои подвязались бы за меня, чтобы я не был предан иудеям. Но ныне царство мое не отсюда». Пилат сказал ему: «Итак, ты царь?» Иисус отвечал: «Ты говоришь, что я царь. Я на то родился и на то пришел в мир, чтобы свидетельствовать о истине. Всякий, кто от истины, слушает гласа моего». Слово Господне. Хвала Тебе, Христе. Торжество Царя Христа, Царя Вселенной, это ставит перед нами конец, цель нашей жизни, и не только нашей маленькой жизни, но всего человечества, даже всего сотворенного. Поэтому мы говорим «Царь Вселенной», то есть всего космоса, всего сотворенного. И это тоже значит, что все принадлежит Богу, все находится в Его власти, в Его руках. Сегодня у нас уже нету царей, у нас президенты, премьер-министры и так далее. Но суть не меняется от этого. Они тоже как бы цари.
цари земные. И вообще из древности, как только существует человек, всегда царство – это знак божества, потому что именно управлять миром, чем занимаются цари, направлять наш мир – это всегда как бы в компетенции Бога. И поэтому царь всегда в древних народах олицетворял что-то божественное. Иногда даже обожествлялись эти цари, как фараоны, которым поклонялись, которых чествовали, как богов на земле. И они имели как бы божественную власть. Но это нам говорит о том, что истинный, единственный царь – это только Бог. Это Он, который все сотворил, это Он, который все держит в своих руках. Это Он, который, кому направляется вся история человечества особенно, ну и весь космос. Но это было бы очень просто все. Но когда Иисус приходит на землю, мы видим, что это царь какой-то совершенно другой. Он ведет себя не как цари земные, уже с самого рождения. Помните, на праздник Благовещения ангел приносит Марии весть и говорит, что сын твой обретет престол Давида, и он будет царствовать над всей землей, и царство его не будет конца. Это уже совершенно другое царство, ведь всякая держава, всякие государства в нашем мире, они всегда временные. Они имеют начало, расцвет и потом упадок. Но царство Христа, оно, значит, другого порядка. И оно вообще не похоже на земное царство. Когда Иисус умножает хлебы, помните, люди хотят сделать его своим царем. Если бы Иисус был земного порядка, как бы кандидат в президенты, он бы, конечно, очень охотно согласился, но Иисус уходит. Он уходит в другой район, так что люди его не могут сделать царем. Он вообще не хочет быть царем, хотя Мессия является царем. И самое его подтверждение его совершенной инакости его царства, это мы слышим сегодня в Евангелии. Иисус уже после бичевания в терновом венце и его обвинение, что он называл себя Богом и царем иудейским. И Пилат, который немножко как бы царь, потому что он самый главный в это время представитель Римской империи, у него вся власть. И иудеи даже не имеют власть кого-то казнить, это только римляне могли делать. И Иисус предстоит перед этим начальником, который хочет узнать, действительно ли он царь. Иисус не говорит прямо, что он царь. Он не такой дешевый царь, который все говорит о себе. Но Пилат понемногу начинает понимать, что он действительно царь, но какой-то странный. И на кресте у Иисуса Пилат напишет, это Иисус Христос, царь иудейский. Люди не хотят, чтобы старейшины не хотят, чтобы это было написано, но Пилат, как бы этот язычник, совершенно не посвященный в религию иудеев, понимает, что это какой-то особенный человек. И поэтому пишет это, что я написал, то написал. И здесь мы видим, особенно на кресте, что царство Иисуса, оно направлено на спасение людей –
Это не царство, чтобы подчинять себе других. Иисус подчиняет только своей любовью. Он подчиняет даже разбойников, одного из них, своей кротостью, своей какой-то странной силой, которая побеждает не мечом или каким-то оружием. Он подчиняет, он пленяет своих подчиненных своим смирением, своим поведением, которое отличается точно от всех других. И это немножко символ того, как мы должны отличаться от логики мира сего. В мире, как говорит Евангелие, есть три как бы характеристики. Есть похоть плоти, похоть очей и гордость житейская. Как бы три страсти, которые определяют поведение этого мира. Христианин же должен быть отличаться не одеждой, не работой. Он должен отличаться своим поведением в каких-то важных ситуациях. Мы должны уметь прощать, мы должны уметь принимать свой крест, свои трудности и не проклинать судьбу или не как бы ругаться на свой удел, а во всем видеть логику Божию, во всем видеть волю Божию. И даже в «Отче наш» мы молимся, чтобы Царство Божие, Царство, которое показал нам Христос, чтобы оно уже сегодня пришло, чтобы оно все больше распространялось в нашем мире. Мы молимся, да придет Царствие Твое, как бы с желанием, что оно еще не существует. Оно как бы маленькое в нашем мире, всегда останется малым, это Царство. Но это Царство Христово, оно придает вкус жизни всего мира. Иисус говорит, вы соль земли, вы свет мира. Без соли вся жизнь этого мира как бы не имела бы того вкуса, не имела бы той красоты, которая имеет Христово Царство и которое должно являться в христианах, особенно в церкви, которая живет здесь, на земле. И мы призваны не только молиться, чтобы это царство торжествовало, чтобы оно росло, чтобы распространялось, но мы члены церкви, этого царства неземного, не от мира сего. Мы, наша суть – как христиан, которого мы получили в крещении, мы не от мира сего должны быть, не как бы странные во внешности, но отличающиеся по нашему сердцу, по нашей сути, ради чего мы живем, как мы живем. И часто христианство в первом тысячелетии особенно распространялось, потому что цари принимали эту веру, как, например, в России. Царь крестился, и все остальные тоже должны были это сделать. И в других странах тоже. Или колонии были, они тоже принимали веру колонизаторов своих. Это не совсем христианский метод, как должно распространяться наше царство. Но Христос и Его Царство, особенно в наши дни, распространяется более истинным образом. Оно привлекает людей не силой, не какой-то большим каким-то влиянием, а именно своей красотой. Люди принимают христианство, когда они видят, что это что-то, что на самом деле держит наш мир. Потому что не
ядерное вооружение решает проблемы, а Дух Христов – это Он, который может сотворить мир на земле. Дух смирения – это тот, который побеждает все раздоры. И не гордый выигрывает на самом деле, а смиренные люди, кроткие, те, которые любят истину и стоят за нее, и те, которые умеют любить не только в красивых словах, а в твердости ежедневной жизни. И пусть наша молитва тоже всегда будет с осознанием, когда мы говорим «Да придет Царствие Твое», это значит, что наша жизнь тоже должна быть направлена на Христа. Мы должны им жить, Богом жить, должны жить Его святостью. И тогда это Царствие будет расти и умножаться уже внутри нас, во-первых, и вокруг нас тоже. Нас не всегда должны понимать другие люди. Нас часто христиан даже преследуют, но это не значит, что Христос проигрывает. Христос выигрывает на кресте, всеми осмеянный. Только сотник и пару женщин стояли под крестом, которые поняли суть, важность этого момента. И царство, сила Христова проявляется в Его воскресении особенно. Там уже все видят. И однажды Царство Христово тоже станет видимым победителем для всех. Пусть мы будем на стороне Христа, который сегодня забыт многими, но Он не будет забыт в конце времен, в конце нашей жизни и даже уже сегодня. Аминь. Исповедуем нашу веру. Верую во единого Бога, Отца Всемогущего, Творца неба и земли, видимого всего и невидимого, и во единого Господа Иисуса Христа, Сына Божия Единородного, рожденного прежде всех веков, Бога от Бога, света, Бога истинного от Бога истинного, несотворенного, единосущного Отцу, через Которого все сотворено, Который ради нас, людей, ради нашего спасения сошел с небес и воплотился от Духа Святого, и Марии Девы стал человеком. Был распят за нас при Понтии Пилате, пострадал и был погребен, и воскрес в третий день по Писанию, восшел на небеса, сидит одесную Отца, и вновь грядет со славой судить живых и мертвых, и царство Его не будет конца, и Духа Святого, Господа и Животворящего, от Отца и Сына Исходящего, Которому вместе с Отцом и Сыном за поклонение и славу, который вещал через пророк и во единую, святую, католическую, апостольскую церковь, исповедуя единое крещение, отпущение грехов, ожидая воскресения и жизни будущего века. Возлюбленные братья и сестры, Иисус Христос, Владыка неба и земли, полон любви и прощения. Попросим Его о спасении всего мира. Христе, Царь Вселенной, помилуй нас. Христе, Царь Вселенной, помилуй нас. Господи Иисусе, Царь Благодати, благослови Святую Церковь Свою, дабы все увидели в ней Царствие святости. Христе, Царь Вселенной, помилуй нас.
Господи Иисусе, Царь мира, озари людские сердца сиянием ненарушимого покоя. Христе, Царь Вселенной, помилуй нас. Господи Иисусе, Царь Вселенной, научи нас видеть Тебя в страждущих братьях и в их лицах служить Тебе. Христе, Царь Вселенной, помилуй нас. Господи Иисусе, Царь жизни, приведи усопших в рай и сопричти их к лику святых. Христе, Царь Вселенной, помилуй нас. Господи Иисусе, Царь любви, созижди в наших душах чертог свой и соделай нас орудием Твоей доброты. Христе, Царь Вселенной, помилуй нас. Господи Иисусе, Владыка Вселенной, молим Тебя, да придет Царствие Твое, Царство истины и жизни, святости и благодати, любви и мира, ибо Ты живешь и царствуешь во веки веков. Мы принесли Отцу хлеб и вино. Мы принесли Отцу хлеб и вино. Нашу работу, наши труды, это Тебя, Господь, мы принесли. Молитесь, братья и сестры, дабы моя и ваша жертва была угодна Богу Отцу Всемогущему. Да примет Господь жертву из рук твоих, во хвалу и славу имени своего, равно и на узду нашу, и всей церкви своей святой. Господи, приносим Тебе жертву Твоего примирения с людьми. Смиренно просим Тебя, чтобы единство и мир даровал всем народам Твой Сын, живущий и царствующий во веки веков. Аминь. Господь с вами. И со Духом Твоим. Вы с сердцем. Имеем Господа. Возблагодарим Господа Бога нашего. Достойно это и правильно. Воистину достойно и праведно, должно и спасительно нам всегда и везде благодарить Тебя, Господи, Отче Святой, Всемогущий Вечный Боже. Ты помазал елеем радости единородного Твоего Сына, Господа нашего Иисуса Христа, Вечного Священника и Царя Вселенной, дабы Он, принеся Себя на алтаре креста в жертву непорочную и мирную, совершил тайны искупления рода человеческого
и, покорив своему владычеству все творения, передал твоему безмерному величию вечное и вселенское царство, царство истины и жизни, царство святости и благодати, царство правды, любви и мира. Поэтому с ангелами и архангелами, с престолами и господствами и со всеми сонмами небесного воинства мы песнь славы Твоей воспеваем, непрестанно взывая. Свят, 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 Господь Бог Саваоф, хвалы небеса и земля, славы истину свят Ты, Господи, и справедливо хвалит Тебя все Тобою созданное творение, ибо через Сына Твоего, Господа нашего Иисуса Христа, действием силы Святого Духа Ты все животворишь и освящаешь, и непрестанно собираешь в себе народ, дабы от восхода солнца до заката приносилась жертва чистая имени Твоему. Поэтому смиренно молим Тебя, Господи, благоволи освятить тем же Духом эти дары, нами Тебе принесенные для освящения, чтобы они стали телом и кровью Сына Твоего, Господа нашего Иисуса Христа. По Его повелению мы и совершаем эти тайны. Ибо Он сам в тот вечер, в ту ночь, когда был предан, взял хлеб и Тебе, вознося благодарение, благословил, преломил и подал ученикам Своим, говоря: «Примите и вкусите от Него все, ибо это есть тело Мое, которое за вас будет предано». Подобным образом после вечери, взяв чашу и вознося Тебе благодарение, благословил и подал ученикам Своим, говоря: «Примите и пейте из нее все, ибо это есть чаша крови Моей, нового и вечного завета, которая за вас и за многих прольется во отпущение грехов. Это совершайте в память обо Мне». Тайна веры. Смерть Твою возвещаем, Господи, и воскресение Твое исповедуем, доколе Ты придешь. Поэтому, Господи, вспоминая спасительное страдание Сына Твоего, Его дивное воскресение и вознесение на небо, а также ожидая Его второго пришествия, с благодарением приносим Тебе эту святую и живую жертву. Просим Тебя, воззри на приношение Церкви Твоей и прими жертву, за кланием которой Ты восхотел умилостивиться. Даруй, чтобы укрепленные телом и кровью Сына Твоего и исполненные Духа Его Святого
мы стали единым телом и единым духом во Христе. Да соделает Он нас вечным даром Тебе, чтобы обрести нам наследие с избранными Твоими, прежде всего с блаженнейшей Богородицей Девой Марии, со святым Иосифом, ее обручником, с блаженными Твоими апостолами и славными мучениками и всеми святыми, ходатайством которых мы уповаем на Твою непрестанную помощь. Просим Тебя, Господи, пусть эта жертва нашего примирения принесет мир и спасение всему свету. Благоволи укрепить в вере и любви Церковь Твою, странствующую на земле, со слугою Твоим Папой нашим Франциском, епископом нашим Аделию, с епископским чином, со всем духовенством и всем народом Тобою приобретенным. Благосклонно услышь молитвы этой семьи по воле Твоей здесь собравшейся перед Тобою. Милосердно собери к себе, милостивый Отче, всех чад Твоих, рассеянных повсюду, усопших братьев и сестер наших, и всех Тебе угодивших, ушедших из этого мира, допусти милостиво в Царство Твое, где и мы надеемся быть, чтобы с ними вечно насыщаться славой Твоей, через Христа Господа нашего, через Которого Ты подаешь миру все блага. Через Него и с Ним и в Нем Тебе, Богу Отцу Всемогущему, в единстве Духа Святого, всякая честь и слава во все веки веков. Спасительными заповедями вдохновленные и божественным наставлением наученные, дерзаем взывать. Отче наш, сущий на небесах, да святится имя Твое, да придет царствие Твое, избавь нас, просим Тебя, Господи, от всякого зла. Даруй милостиво мир во дни наши, дабы укрепленные силой милосердия Твоего мы были всегда свободны от греха и ограждены от всякого смятения, ожидая блаженного упования и пришествия Спасителя нашего Иисуса Христа. Господи Иисусе Христе, Ты сказал апостолам Своим: «Мир оставляю вам, мир мой даю вам, невзирай на грехи наши, но на веру Церкви Твоей, и по воле Твоей благоволи умирить и объединить ее, Ты, живущий и царствующий во веки веков». Аминь. Мир Господа нашего да будет всегда с вами. Дайте друг другу мир. Огнец Божий, грехи и вера, помилуй нас. Огнец Божий,
Отец души грехи. Вот Агнец Божий, вот отъемлющий грехи мира, блаженно званный на вечерю Агнца. Господи, я не достоин, чтобы ты вошел под кров мой, но скажи только слово, и исцелится душа моя. Будет восседать Господь царем вовек. Господь благословит народ свой миром. Thank you.
отверзи мне очи, чтоб видеть Иисуса, сказать Ему тихо: Господь, я люблю Тебя. Отверзи мне уши, учи меня слушать. Отверзи мне сердце, чтоб слышать Его. Отверзи мне очи, чтоб видеть Иисуса, сказать Ему тихо: Господь, я люблю Тебя. Отверзи мне уши, учи меня слушать. Отверзи мне сердце, чтоб слышать Его. Отверзи мне очи, чтоб видеть Иисуса, сказать Ему тихо: Господь, я люблю Тебя. Отверзи мне уши, учи меня слушать. Отверзи мне сердце, чтоб слышать Его. Помолимся. Насыщенные пищей бессмертия, молим Тебя, Господи, дай нам, хвалящимся послушанием заповедям Христа, Царя Вселенной, удостоиться вечной жизни в Царстве Небесном с Ним, живущим и царствующим во веки веков. Аминь. Следующая неделя уже. Начало времени Адвента, первое воскресенье Адвента. Сестры просят сказать, что в этом году нет возможности приобрести ветки для адвентовских венков, поэтому как-то надо самим их найти, не нарушая законы сильно. И в следующее воскресенье тоже можно принести венки для освящения. Господь с вами. Да благословит вас всемогущий Бог, Отец и Сын и Дух Святой. Аминь. Идите в мире, месса совершилась. Боже, мы поем. Мы народ Твой, народ.
то Архангел Михаил. Защити нас, Витле, против указной козни дьявола. Будь нам заступником, да повелит ему Господь. Смиренно молим, а ты, князь небесного воинства, силой Божьей, верни вас сатану и других злых духов, бродящих по миру, напади мне душам. Ангел Господень возвестил Марии. Радуйся, Мария, благодати полная, Господь с тобою. Благословенна ты между женами, и благословен плод чрева твоего, Иисус. Святая Мария, Матерь Божия, молись о нас грешных, ныне и в час смерти нашей. Аминь. Вот я, раба Господня. Радуйся, Мария, благодати полная, Господь с тобою. Благословенна ты между женами, и благословен плод чрева твоего, Иисус. Святая Мария, Матерь Божия, молись о нас грешных, ныне и в час смерти нашей. Аминь. И слово стало плотью. И обитало с нами. Радуйся, Мария, благодати полная, Господь с тобою. Благословенна ты между женами, и благословен плод чрева твоего, Иисус. Святая Мария, Матерь Божия, молись о нас грешных, ныне и в час смерти нашей. Аминь. Молись о нас, о Пресвятая Богородица. Да удостоимся Христовы прощания. Помолимся, просим Тебя, Господи, наполни наши сердца Твоей благодатью, дабы мы, познав через ангельское приветствие воплощение Христа, Сына Твоего, Его же страданием и крестом, достигли славы воскресения через Христа Господа нашего. Аминь. Помолимся в интенциях Святейшего Отца. Отче наш, сущий на небесах, да святится имя Твое, да придет Царствие Твое, да будет воля Твоя, как на небе, так и на земле. И не веди нас во искушение, но избавь нас от лукавого. Радуйся, Мария, благодати полная, Господь с тобою. Благословенна ты между женами, и благословен плод чрева твоего, Иисус. Святая Мария, Матерь Божья, молись о нас грешных, ныне и в час смерти нашей. Аминь. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу. Как было в начале, и ныне, и всегда, и во веки веков. Аминь. Вечный покой дарую усопшим, Господи. Во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь.